Всем привет, вы находитесь на канале Фастгород ТВ и добро пожаловать в Мейдовскер. Мы с вами продолжаем, точнее уже даже приближаемся к концу, потому что нам остался последний цилиндр. Мы находимся в каком-то адище просто, нас утащило сюда мадам в шляпе. Ну не мадам, но я буду называть это своей подругой, потому что он пусечка, он меня боится. Оружия у нас больше нет, нужно возвращаться, добраться до цилиндра, который находится на мысе. То, что сейчас краснеет, все это хорошо или плохо, я не знаю. Вот, быстренько будем отсюда выбираться. Заберем последний цилиндр и сыграем песенку. Проблема в том, что нам, по-моему, задница полнейшая сейчас наступит. И не совсем вижу, где я могу дышать, где нет. Потому что все летает, все бесит сюда. Надо или нет? Тут растяжка, я не хочу сюда идти. Поэтому будем аккуратно двигаться. Постараться ни с кем не сталкиваться, потому что игра поняла свою промашку. Я понял ее промашку и побежали-ка отсюда. Как вам такая идея? Потому что тоннели. В тоннелях очень больно с ними расходиться. Какого черта? Хотя, еще бы какого. Почему я удивляюсь, уже даже непонятно. Трупы как трупы, тут они везде, в принципе, тут происходила такая дрянь. Убивали людей, делали просто какие-то ужасы с этими песнями, нашли сирену. Весь персонал, вся семья, просто все померли. Где я вылезу? Где это? Оу. А где? А, оу. Круто. Так, осталось только, как я понимаю, отсюда выбраться и, соответственно, пойти за последним цилиндром. Вот эта штука выглядит очень недружелюбно. Тут все-таки кто-то ходит рядышком. Единственное, есть такой момент, реально немножко подзакалибло уже стелсить, но это как бы нормально. Меня просто лишили еще сферы, я не могу их теперь замедлять, ну точнее останавливать. Поэтому будет не так уж и легко. Слушай, тут что-то прям делать придется. Нажимать на кнопку, просто я пока что не могу включить ничего из этого. Нам, возможно, это место еще потом понадобится, понятное дело, фонограф. Вот, ну типа не сейчас. Но меня сейчас волнует преимущество на цилиндры. Остался один, и я знаю, где он. Я его не забрал, просто как идиот. Trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? Cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us and many more will be lost. 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 Вот ты создание. Забудьте про вот это, потому что это UI-дизайнер. Мне только что буквально выпала ачивка за то, что мы прослушали все фонографы в игре.
can you hear me? You must stay still when father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Так он играет ни звука, но... Ничего не понял. Он играет, стою на месте. Я стоял на месте. Он меня все равно попал. Может, возможно, надо делать это только на корточках. Есть такое мнение. Сейчас попробуем. Сейчас ключ заберем последний со скелетом. Так, ну типа... Стою на месте. А, когда он наоборот перестает играть. И вот теперь надо стоять на месте. А если он меня увидит? Два захода еще. А если он меня увидит? Да похрен вообще. Либо он просто не появляется так, чтобы меня видеть, я не знаю. Я тебя умоляю, начни играть. Привет. Ты меня не видишь, да? Тя. Активировал все. Вот так вот, скотина. Ключ корона. Все, его победил. Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Да, я понимаю, родная, только мне придется сделать небольшой крюк во двор. Ты не против, надеюсь? Ну, там цветы полить, ты понимаешь. Это что показывает? Это показывает все цилиндры. Видимо, на случай, если вы дебилы не собрали. А это мы. Так, все готово к вечерней репетиции. И цилиндры, и большая физгармония. Я обязал весь персонал собраться в большом зале, потому что сложно найти кого-то еще для опытов в таком количестве. Без сомнений, цилиндры произведут ожидаемый эффект на подопытных, а мой брат Авраам заверил меня в том, что моя дочь Элизабет придет и исполнит песню, как ее мать. Конечно, исполнит. Это она и сделает. Так, ну это же такое, она просто показывает, где цилиндры. Понятно. Такую находили уже. Меня единственное напрягает, что мне сейчас вообще дадут это сделать. Просто если нет, это будет такая жесть, ребят. Прям серьезно. Ну, куклы, ладно. С куклами черт с ними. Тут на самом деле можно еще много куда ходить. Много что исследовать. И это займет огромное количество времени. Просто чтобы собрать, видимо, все куклы. Есть много дверей, которые мы еще не проверяли. Но, учитывая, что здесь есть только фонографы, которые мы уже все изучили, и куклы, но... Я слабо верю в то, что куклы на что-то влияют здесь прям. Как такое глобальное, это скорее для... Прям на... для со всех наглухо отбитых трофи-хантеров. Я, конечно, наглухо отбитый трофи-хантер, но не на этой платформе. Так, аккуратненько возвращаемся, сейчас сохранимся и пойдем... Аккуратненько прям. Примерный чертеж того, что должно происходить. Угу. А происходить должна жесть. Так.
Это позволит нам выйти, кстати говоря, в интересном, удобном для меня месте. Можно сейчас сходить направо куклу забрать. И нас поздравляю, мы приблизились к финалу. Сейчас будет какая-то развязка. Я, правда, не совсем понял, что именно произошло все-таки с Элизабет. То есть она все, она умерла? До нее это тоже добралось или как? Что это в итоге было? Что это в итоге было и чем это все в итоге может окончиться? Вот для меня пока что прям очень интересный вопрос. Так, ну это выход к главному залу, а нам для того, чтобы вернуться во двор, надо... Нет, туда не надо, мне надо вот сюда. А, ну можно вот сюда пройти, вот сюда. До упора там что-нибудь есть? Фонарик мы так и не получили. Игра просто темно-зеленая. Вот, ну а фонографы мы взяли. Ну, фонографы сложно не собрать все, честно говоря. Это настолько вообще простая история. То есть вы видели, любой абсолютно фонограф — это просто зеленая дверь, в которую надо пройти и все прослушать. Плюс к тому же это сохранение, поэтому... Ну, во дворе я буду бежать. Ну, типа, вот то место, где мы были, я там просто пробегу его. В первый раз я там умудрился умереть по одной простой идиотской причине. Просто вот... заблудился в двух соснах. Так что все. Сейчас забираем последний цилиндр и идем... играть им музыку! Да-да. Но сейчас я еще продолблюсь, видимо, с этой головоломкой, потому что она, зараза, мерзкая. Она непонятная какая-то для меня, не знаю. Я реально был убежден до последнего, что это то, что мы сделаем вот когда-то потом. Потому что в любом случае у игры очень много моментов, когда она пытается являться такой... Ну, не метроидванией, но система бэктрекинга здесь развита очень сильно. Я вижу, что есть какие-то двери, замки, которые просто вот я открыть не могу и не могу. А не могу, потому что я еще не имею этого ключа. И такие двери все еще остались. На втором этаже, на первом этаже. И там просто лежат куклы, ребят. Да, вот так вот. Нужны эти куклы или нет, ну, видимо, проверять уже не будем. Так, а теперь пытаемся решить гениальную головоломку, которая... Подсказка, точнее, которой должна быть где-то тут рядом, потому что иначе я не понимаю, как это сделать. У нас есть... Вот тут музыка. Три направления света. Три стороны света. Эта штуковина сейчас показывает просто на восток. Какие-то указатели в тему того, куда именно нужно направить ее. Или в каком порядке это сделать. Вот сейчас север не работает, например. Если я выберу восток, то оно, скорее всего, вернется либо, ну, либо к западу, либо к северу. Скорее всего, да, к западу. Может, мне надо на север? Но оно, по-моему, было направлено на север, если мне не изменяет память. Сейчас оно указывает на север. Просто вернулась. Ну, я не понимаю.
Даже не совсем понимаю принцип, по которому оно тут работает. Ловлю себя на мысли, смотри, да, но сейчас я просто вернул на восток. Так оно 100% уедет на запад. Или остановится на севере. А мне надо туда. Мне надо, чтобы он на юг показал, видимо, господи. Так. Ну, принцип мне все еще не ясен. Так, ну-ка, подожди. Вот, типа, если сейчас еще раз дернуть за восток, то оно останется на востоке. То оно останется на севере. Хрен пойми. Еще раз север, не знаю. Да оно не может уехать дальше. Просто смотри, если нажать на сторону два раза, то она... Давай попробуем. Вот если я сейчас здесь нажму на запад. Оно развернется на 180 или вернется на, или останется на севере? Оно вернется на 180. Почему, когда я тогда нажимаю на север, на севере? Или подожди. Остановилось на севере. Каждый раз, когда я нажимаю на сторону, она делает 180. Я нажимаю на север, когда оно на севере, оно сейчас останется на западе. Что за идиотизм? По какому принципу вообще? Вернулась. Вернулась. Опять вернется. Осталось на севере. Это такой тупизм. Я каждый раз нажимаю разное направление, точнее одно и то же направление, и каждый раз меняется исход. Может, оно просто показывает, куда нажимать надо? Бля, если так... Каков шанс, что мне надо просто нажимать на то, что мне показывает оно? Это будет самая тупая головоломка в истории человечества, наверное. Ну, явно не работает, да? Господи, это такой оверсинкинг сейчас был просто. Я сижу думаю, тут, наверное, надо как-то повернуть так, чтобы оно, господи, просто тупо делай то, что тебе показывают. Я настолько, я вообще так втянулся в это. Я думаю, блин, наверное, тут как-то есть какая-то конкретная система, по которой... найдите оставшиеся партитуры, зашибись. Ой, а партитура-то, наверное... Как раз показывала мне тот проектор, последний.
Я думаю, там какая-то вообще гипергениальная система. Господи, оно все на самом деле так просто работало. Так, ну ты, конечно же... Ты пришел за мной, вот. Ладно. Так, ну партитуру мы сейчас найдем, ничего страшного. Точно, последние ноты же тоже нужны именно... К именно сюжетной точки зрения они нужны нам. Ай! Главное не помереть сейчас. Я думал, что проектор показывает мне опять, где находятся мои цилиндры. Тогда сейчас пойдем вернемся к этому проектору, пойдем потом собирать ноты. Партитуры, точнее. Последнее. А я, что самое интересное, ни хрена ж не помню, где я собирал другие. Ну, вообще, по-моему, он показывает то же самое. Мне казалось. Сейчас посмотрим. Чем меньше уровень здоровья, тем больше шума вы издаете. Серьезно? Почему я только сейчас об этом узнаю? Найдите оставшиеся партитуры. А, ну, слушайте, во-первых, мы можем попробовать... Много всего мы можем попробовать. А, тут что-то еще осталось. Слушай, может там партитура последняя лежит, я ее не заметил. Я думал, там ключ. Ну, вроде нет. Ну, давай сходим. Правда, блин, далеко опять. И что-то сейчас... Бежать не хватит. Давай сейчас вот саккуратничаем. Я сохранюсь хотя бы, вот когда... Факт сохранения пройдет, там уже будем рисковать. Потому что, да, я понимаю, что меня тоже заколебало постоянно ползти тут. Везде противники, сейчас еще и станет не... Я бы сейчас все заряды потратил прям. Без исключения. Просто игра по-другому не дает. Потому что, судя по всему, оно лежало там. Я просто подумал, что мы тем самым ключ получили просто и все. Тут-то я думаю, с партитурами-то не должно быть проблем вроде. А откуда-то появилось. Так, сейчас просто сюда. Тут, правда, меня скотина... А мы туда попали. А вот это, мать твою, загадка тысячелетия. И чё? В смысле закрыто? Ты прикалываешься? Оно нахер не может быть закрыто. Я туда никак не попаду по-другому. Вообще никак. Что это за прикол такой? Я ж там был, я пришел оттуда. Каким местом? Там может быть закрыто. Вот тут что-то есть. Так. Окей, тогда проверяем другую теорию. Здорово. Ты издев... Что происходит? Я на полном серьезе не могу открыть вот эту дверь и пройти? Почему? Потому что он меня видит, что... У нас такое ограничение появилось в какой-то момент. Окей, я могу, хорошо, я могу воспользоваться люком.
правда, никак не описывает этот элемент как, типа, хорошо работающий, но... Просто да, есть вот это вот, вот тот момент, там может быть есть партитура, может быть нет, но типа в часовне. Не знаю. Ну это на уровне надо проверить. Давайте-ка, а тут никого нет. Походу. А, тут теперь завалено все, значит надо опять, видимо, идти вот здесь. А я смотрю, вы прям фанаты искусственно растянуть геймплей-то. Не, ну просто, я говорю, вот есть несколько сейчас точек интереса, которые надо, типа, проверить. И вот одна из них — это часовня, мы ключ получили. В череп ключ засунуть, и все будет готово. Ну, блин, на самом деле, вот это, типа, двери закрыли, господи. Так дешево вообще. Так, причем туда пробежать-то еще нельзя. Ай, тут еще и в коридоре двое. Ты меня же не заметил. Он, правда, прям за мной теперь идет, но... Аккуратненько, медленным шагом. Сейчас мы зайдем в часовню. Проверим, что делает этот ключ. Надеюсь, не кукла. Вряд ли кукла. Слишком гениальная загадка для куклы. Согласитесь. Партитура. Партитура нужна. Вот это похоже на место с новой партитурой. Или вообще, правда, цилиндром? Так, чувак мертв вообще наглух. Какая-то... Да, партитура здесь. Отлично. Вот она. Артура Морриса. Теперь все изменилось. А я что, обратно пройти не могу? Поговорите с Элизабет у большой физгармонии, чтобы это, мать твою, не было. А, давайте проверим, куда ведет эта лестница. У большой... Ну, большая физгармония — это в главном зале. Правильно? Правильно. Не очень понимаю, все еще, если поговорите с Элизабет, то что с ней произошло? А, это проход в шахты с другой стороны. Типа, чтобы забрать штуковину. Ладно. Нам сюда не надо. Ну, большая физгармония — это в главном, да, в главном зале. Ну все. Мы все сделали. Значит, я был прав. А что тогда там остается за вопросик, типа, вот здесь? Я не знаю. Чисто ради интереса. 5 штук. Раз, два. Раз, два. Сюда можно было зайти, там, скорее всего, кукла. И тут одна была. Где-то... Не знаю, все равно странный момент. Не, может быть, мы туда, конечно, еще и попадем каким-то образом, но вообще... По сути, мы не открыли одну комнату. Вот одну единственную комнату, которая... Которая, скорее всего, лежит... Может быть, какая-нибудь записка плюс кукла. Не более. Так что давайте не будем прям... Париться по этому поводу. Тем более, бежать далеко. Противников там до хрена. Станить бы я их еще мог, было бы круто. Но я не могу. Поэтому возвращаемся к физгармонии. Засовываем все цилиндры. Пообщаемся наконец-то с Элизабет по-человечески. Потому что все-таки я не понял, что это было. Либо это была приманка какая-то. Но, блин, Элизабет говорила, что... Это, наверное, была приманка. Ее типа поймали. Хотя, в смысле, ее поймали. Не могли ее поймать. Как ее могли поймать?
Ну, типа, к ней кто-то ворвался, мы на этом перестали с ней разговаривать. Это был, в принципе, последний разговор по телефону в игре. Ну, как бы, но по идее, вот нам сюда. Все цилиндры. Томас, моя любовь, ты жив. Это как? I've been hiding from them ever since. But we must. Это была приманка. Do you have the cylinders? Все до единого. Да, я тебе верю, вот цилиндры, любовь моя. Нет, я тебе не верю, я сыграю песню противоядия. Я еще не закончил поиски. Зараза! А я ж сохраниться не могу. Тут две концовки, но они... Но они никак не влияют! Ну, в смысле, они... Так. Давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу, и я сделаю бэкап сейва, чтобы мы смогли посмотреть обе концовки. Я надеюсь, что это сработает. И я смогу вам их показать. Потому что как только игра закончится, сохранения здесь никакого нет, ребят. Другого. Поэтому давайте сейчас я сделаю сейв, и посмотрим, получится это сделать или нет. Сделаю сейв, и постараемся посмотреть обе концовки так. К сожалению и увы, сохранения у этой игры лежат где-то глубоко в недрах, вообще в папках. Я не совсем уверен, можно ли это где-то найти. Там, скорее всего, просто цифренное обозначение, которое я сейчас хрен узнаю, и поэтому придется разбираться так. Ну, блин, на самом деле я бы с удовольствием посмотрел обе концовки. Типа, имеет ли смысл там ей верить или нет? Просто меня немного... Это и раздражает. Мы вторую концовку вот посмотреть не сможем. Либо игра сделает хорошее, нормальное сохранение вот здесь. Что можно, кстати, попробовать реализовать. То есть я сейчас просто вот сюда вот пойду, у этого фонографа сохранюсь. Потом мы выберем одну концовку, может быть, потом изменю, я смогу загрузиться на этот фонограф и выбрать вторую концовку тоже. Но сейвы очень где-то в заднице, у Стима немного неадекватное понимание сейвов, то есть как бы они лежат у него либо в папке у некоторых игр, а у некоторых игр оно лежит в отдельной папке, где исключительно просто обозначение просто цифрами, где-то пятизначное, шестизначное, четырехзначное, там оно бывает по-разному. Вот, и у каждой игры есть этот код, вот это цифровое обозначение, которое надо знать для того, чтобы скопировать эту папку. Короче, слишком геморройно для того, чтобы сейчас это сделать. Я думаю, что если что, то мы сможем найти концовку вторую где-нибудь на Ютубе. Надеюсь, что уже она есть, не знаю. Так, ну что, верим мы Элизабет или нет? В принципе, она не вела себя так, что ей там верить не надо. Проблема в том, что когда она сыграла песни вот эти, с цилиндра, всем стало плохо. Она сыграла, всем стало плохо, все начали умирать, и все превратились в эту хрень. Может быть, мы сами это сделаем? А может быть, мы ей поверим? Блин, ну она, конечно... Have you found them? Do you have all the cylinders? Ты как-то, конечно, выглядишь очень нервозный, что-то с глазами не так. Знаешь что, родная, я тебе не верю, я сам сыграю песню противоядия. Тем более ты с ума сошла. Мы закончим всю эту мадность и дисгармонию и получим контроль над сирен-сонгом для нас самих. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Thomas? What am I doing? The countersong, yes. Yeah.
We need to end this. End all this misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. В свете было найдено... New harmony was found. Old chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Но это было неплохо. Это была хорошая концовка, мы сделали правильное решение. Я просто, ну, я думаю, она реально же с ума начала сходить в какой-то момент. У игры очень крутой саунд просто. Вот именно вот этот конкретно. Конкретно эта песня очень крутая, она мне очень понравилась, очень зашла. Песель выжил. Песель выжил. Статистика, уровень сложности средний, время игры 3,5 часа. Музыкальные куклы нашли не все, примечания, где-то 3 штуки пропустили, 3 бумажки. Ну и остальное не особо имеет значения. Могу ли я вернуться на фонограф? Ну, я думаю, что в той ситуации не будет такого прям подробного конца. Скорее всего, мы просто тоже станем этой тварью, и игра закончится. Сможем... Я могу нажать кнопку «Продолжить», и мы, возможно, окажемся сейчас на последнем фонографе и посмотрим, что будет. Да? 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 Скажи, что да. Пожалуйста. Я тебя умоляю, игра. Ты же такая. Ты же такая хорошая. О, как прекрасно. Что ж. Моя ставка такова. Мы сейчас скажем, что да, давай, родная, играй песенку. Она с помощью этой песни превращает нас в такую же тупую тварь, как и все, что здесь ходит вокруг. И в итоге будет очень и очень неприятно. Интересно, насколько в этом случае концовка будет полной или нет. Но мы почти все собрали. Это неплохо. Элизабет, я готов. Have you found them? Do you have all the cylinders? Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Thank you, Thomas. There will be a place for you. Oh.
kill it for me. Necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Вот так вот. Ну да, хорошая концовка, да, получше все-таки будет. А есть какая-нибудь сцена после титров? Нет, вот сцены после титров у плохой концовки нет, видимо, потому что логично. Что ж, ну не, я вспомнил, как Элизабет на записи ржала просто как конь, и это дало мне прекрасное понимание того, что что-то тут не так. Как-то она ведет себя еще так непонятно, что-то, блин, ногти грызет. Не, надо... Надо все сделать самому, как мы и все сделали в этой игре. Что ж, это был Мэйдовскер. Очень крутая игра, на самом деле, на свой уровень. Я вот такие небольшие инди-хорроры очень даже люблю. Иногда они оказываются чем-то типа Someday You'll Return, часов так 15-20, вот, а иногда это вот такое небольшое приключение на 3-4 часа, которое могло быть лучше, но оно вполне себе неплохое. Пишите свое мнение в комментариях обязательно, что вы думаете по поводу этой игры, мне она, в принципе, периодически такое заходит. Как хоррор, ну... Опять же, не люблю судить о хоррорах, потому что они меня никогда особо не пугают. Было несколько скримеров, несколько неожиданных, но для меня ничего особенного. Для меня, наверное, самым крутым хоррором на данный момент пока что все еще является Alien Isolation. И то не знаю, что будет, если я сейчас буду его перепроходить. Не знаю. Что ж, это был Мэйдовскер. Всем большое спасибо, что посмотрели это прохождение и прошли ее вместе со мной. Если вам понравилось это прохождение, то... Поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое прохождение. Вы были на канале FastGore TV, увидимся в следующих прохождениях, всем пока!